Всем привет, ребята! Сегодня с вами я, Лиза. Ну и сегодня я пойду в кинотеатр на фильм «Головоломка 2». Я недавно на нем уже была, смотрела. Но еще с Киви и началась тревога, не досмотрела. Ну и пришлось ехать домой обратно. Но сегодня я его буду пересматривать, потому что в прошлый раз где-то остановилась на половине. Ну и вот. Сегодня будем собираться, ну и идти на сам фильм. А перед этим я хочу вам сказать, что я покрасилась. Еще вчера мне нельзя было краситься, зато я купила такой мелок в ботинке игрушек. Я покрасила себе челку в красный и пряди по всей голове. Она уже смылась, потому что, ну, понимаете, это мелок. Ну и я не знаю, ли видно, ну нет, не видно, что с таким розовым оттенком. Так вот, я буду еще раз краситься, ну, понимаете, так уже в другой цвет, потому что красный до мелка уже не хватило. Ну и давайте по одежде. Такая футболка. Такая оверсайз футболка, такая японская. Джинсы шортовые. И, смотрите, макияж. Планы, мне надо расчесаться, ну и докрасить мои точки. Это я сама придумала стиль, я не знаю, восхищаюсь просто Японией. Хочу нарисовать себе такие точки, но не хочу, я уже рисую их, не знаю, где-то недели две. Такие точки — это карандашом для стрелок. Ну, беру у мамы, конечно, потому что, ну, у меня нету еще своего, но может потом будет. Давайте красить. Вот, мы уже в ванной. Ну и смотрите, это моя собачка Сюди. У меня порода мальтийская болонка. Сюди. Это такая девочка-милашка моя. Вот, такая красотка. Давай сейчас будем искать, чем накрасить точки. Ну, я вам уже сказала, это карандашом для стрелок. Давайте искать. А искать мы будем именно тут. Я уже нашла. Ну, и надо найти, где вот именно этот карандаш. Так, давайте. Это вообще? Тут как-то ничего не будет. Нет. Нет. Это сложно. Нет. Нашла. Вот такой вот для стрелок. Давайте красить. Ура! Все, смотрите. Так оно ярко выглядит. Ну и все. Но я забыла сказать, надо еще накрасить губы. Ну это самое главное в макияже, мне кажется. Так, у меня есть такая помадка из Кико. И мама пользуется, она тоже, ну, очень нравится ей. Это не помада, простите, это блеск, вот. Красивенький. Вот, я уже докрасила губы. Давай теперь же еще, ну, расчесываться. Все. Кстати, хочу вам еще сказать минус этой мелке. У меня был весь лоб в мелке, потому что я челку красила, весь такой розовый. Это мелок. Да, это из-за покраски. Мне кажется, нет, ну, мелок, он, у меня были все руками, все было мелкие, там, таким красным цветом, еще с каким-то розовым стал. Ну, мне кажется, уже все. Мы уже приехали в Ривермолл. Вот сюда мы пойдем. Я уже купила что-то перекусить, мы уже заходим в зал. Я уже в кинотеатре, очень классно. Ну что, друзья, я уже досмотрела, мне очень понравилось. И это так было особенно. Еще там уже была секретная концовка. Моя мама не верила, что там что-то есть. Ну да, там была концовка. Мы ждали где-то минут 15. Ну и всем пока!